Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Партнерські пологи – це вже не рідкість. Люди хочуть бути зі своєю дитиною від самого початку і аж тоді, коли будуть вже її виховувати. Саме про партнерські пологи будемо говорити з Ольгою Верещак, експерткою з супроводу партнерських пологів і доулою. І знаєте, насправді зараз дуже добре, що люди прийшли вже до того, щоб разом бути зі своєю маленькою дитиною, так? І я рада вітати вас у нашій студії. Ми вперше будемо говорити тут на цю тему. І дуже добре, що з'являються люди, які можуть допомогти. Їх все більше і більше. Насправді, люди зараз починають потихеньку відмовлятися від традиційних пологів, бо вони некомфортні для них. Тобто, що це мається на увазі? Коли люди хочуть, щоб все було разом? Коли вони хочуть бачити свою дитину, коли мама хоче прикласти одразу до себе дитину свою, так, щоб не забирати, щоб все це було більш природнє, то тоді постає питання, чому ми не можемо відмовитись від такої традиційної практики, яка є зараз в Україні? От за кордоном інакша ситуація, так, і люди намагаються їхати туди і там народжувати. Чи все ж ми потихеньку переходимо вже до інших стереотипів, от так скажемо? Я сразу хочу сказать, что партнерские роды – это не просто мода, не просто веяние времени, либо какой-то стереотип. Партнерские роды – это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. И в большинстве стран мира они практиковались уже достаточно давно. Просто в Украине, когда в 2003 году изменились эти приказы, то понятно, что очень многие стали воспринимать это как некую моду, как что-то новое и еще не исследованное, и не всегда, как им казалось, оправданное. Поэтому очень важно, чтобы мы относились к партнерским родам не как к какому-то просто вот желанию, какого-то комфорта. Дело в том, что исследования говорят о том, что присутствие партнера в родах, оно увеличивает вероятность на благополучный исход родов, уменьшает количество вмешательств любых, от там, потребности в обезболивании, от каких-то хирургических вмешательств, от снижает уровень операции кесарево сечения. То есть по факту присутствие близкого человека, либо человека, которому женщина доверяет и который знает, как себя правильно вести в родах, оно приводит к улучшению здоровья матери и ребенка. И это, я думаю, будет важным ключевым моментом, когда мы будем говорить о том, это мода или это все-таки требование жизни. Если... Ну, це така необхідність, насправді, так. Тому що люди завжди хотіли, щоб, якщо вони вже хочуть мати цю дитину, то і народити її разом, мабуть, конечно. Так? Це якщо ми говоримо про маму і про тата. Але ж можуть бути присутніми і батьки мам, наприклад, жінки, так, чи батьки чоловіка, хто з них може бути присутнім при пологах? Смотрите, по нашим приказам, в родах женщина может выбрать с собой двух сопровождающих. К сожалению, не все роддома как реализуют этот приказ, это право женщины. Иногда женщине приходится выбирать, кого ей брать с собой в роды. Но, в принципе, это может быть любой член семьи. Понятно, что предпочтительнее, чтобы это был отец ребенка, потому что ну, он на данный момент лучше всего знает свою жену, ее потребности, может ей помочь. И не менее важно то, что если вдруг роды заканчиваются операцией кесарево сечения, то для того, чтобы выложить ребенка на грудь максимально близкого по микрофлоре ей человека, важно, чтобы это был именно отец. Угу. Потому что микрофлора мамы и папы, она уже, как бы они смешались, да, они объединили ее, и эта микрофлора будет дружественная для ребенка. Поэтому с этой точки зрения лучше всего, предпочтительнее это муж, партнер этой женщины. Если такой вероятности нет, что папа будет на родах, потому что не все женщины рожают, будучи в браке, либо по какой-то причине отец не смог оказаться в этот момент на родах, то, конечно, это какой-то из близких для этой женщины людей, с которым она будет чувствовать себя комфортно. Вот это самое главное, потому что партнер в родах, он в первую очередь для создания комфорта женщины, потому что
Когда она себя чувствует спокойно, расслабленно, уверенно, то ее роды проходят так, как они должны, как это задумано природой. И тут в первую очередь, конечно, вот этот момент доверия и того, насколько ей комфортно. Поэтому сейчас, вот, уже даже набирает обороты такая профессия, как профессиональная помощница в родах, доула, которая тоже может быть партнером в родах. И иногда мы идем с женщиной, когда она берет только нас в сопровождении. Иногда папы просят, чтобы мы пошли и вместе с ними тоже, потому что бывают ситуации, когда доула нужна не только маме, доула бывает нужна и папе. В частности, когда происходят какие-то вмешательства, когда приходится делать кесарево сечение, то мужчина, знаете, он держится, но когда вот в какой-то момент становится понятно, что не все идет так, как запланировано, он может начать очень сильно нервничать. И здесь вот роль помощницы в родах доулы успокоить его, да, дать ему какую-то информацию, потому что врачи в этот момент, они заняты. Вони заняті іншою справою, так? Вони допомагають, ну, рятують, можна сказати, життя і самої породілі, і дитини, так? І тому, звісно, вони, їм не до того, щоб ще заспокоювати і тата, так? Але ж якщо він вже присутній, то він повинен бути готовим до того, що можуть бути різні ситуації. І отак, знаєте, як розповідають, що втратив свідомість тато, і щось дивився і в пав, і тоді медичний персонал вже не знає, до кого бігти і кого рятувати. Тобто, насправді, такі ситуації траплялися, так, у вашому от житті, на вашому досвіді, чи було це? Смотрите, так як ми ходимо в сопровождение родов з парами, які ми підготовили, це основне наше условие присутствия в родах цих пар, то папи в обморок у нас не падають. Вони проходять у нас підготовку. Они понимают о том, что такое роды, как они проходят, как они могут помочь своей жене в этих родах. То есть они не просто зрители, участники этого процесса или люди, которые что-то контролируют, либо дают оценку происходящему. Мы как раз снимаем с них это лишнее напряжение, объясняя им, что твоя задача, вот твоя жена, ее комфорт. А когда он включен как бы, вот в этот процесс, то он меньше нервничает, лучше себя чувствует, и как бы, все счастливы и довольны. Ну, от, як кажуть, що водій, коли їде так, і коли дуже тяжка дорога, то він менше хвилюється. А от хто біля нього, пасажир, так, штурман, от йому дістається більше. Тому, звичайно, що татові треба теж готуватися. Звісно, це обов'язкове условие для всіх, не просто для папи. Якщо ми говоримо о тому, что в роды может пойти кто-то из родственников этой женщины, то, безусловно, чтобы они тоже проходили подготовку. У нас был такой опыт, когда, допустим, женщины приходили на подготовку со своими мамами, со своими сестрами, с которыми они потом шли в роды. Потому что у нас нет задачи любой ценой затащить мужа на роды. Это неправильно. Более того, на курсах мы обязательно говорим о том, что в любой момент родов ты можешь выйти. У тебе є така привілегія, в отличие від жінки. Насправді, я думаю, що це теж буде якось для чоловіка не дуже. Прийшов нібито так, а потім покинув дружину і пішов. Да. Да, но есть, скажем, периоды родов, когда вот именно на сам момент рождения ребенка некоторые женщины не хотят, чтобы кто-то присутствовал, некоторые мужья не готовы быть там. Безусловно, у нас была масса ситуаций, когда они договаривались о том, что на момент выхода ребенка на потуги муж выходит, но по факту, когда он понимал, что ничего страшного не происходит, это не какой-то ужас-ужас, которому он там, его все пугали, он говорит, ну как я ее сейчас брошу? І вони залишаються зі своїми жінами, і все проходить отлично. Але ж, знаєте, пані Олю, кажуть, що інтимні стосунки можуть погіршитись, коли чоловік присутній при пологах, і насправді не так вже просто потім повернутися до нормального життя. Чи це правда? Никто не проводил исследования в этой области. На самом деле мы не знаем, действительно ли это так. Однозначно эти отношения могут испортиться по разным причинам. И роды могут быть только одним из факторов. Я могу сказать вам, что у меня был опыт, когда мы ездили в разные страны знакомиться с разными системами родовспоможения, и мы были в Израиле. И я задала израильской акушерке вопрос. Говорю, скажите, а какой процент пар ходят в партнерские роды? Она мне так посмотрела и говорит, в смысле, какой процент? Говорит, они все ходят. Если, говорит, женщина приходят без мужа, говорит, мы задаемся вопросом, а что там в этой семье такого происходит, что он не хочет ее поддержать в такой важный момент ее жизни. Потому что роды – это не просто один день из жизни. Роды – это спусковой такой механизм, от которого будет
будет зависеть то, как вообще женщина будет себя чувствовать в своей последующей жизни, насколько она будет вообще удовлетворена всем, что с ней происходило. Это на самом деле сказывается на очень многих аспектах жизни женщины, не только на ее материнстве. Потому что если как бы с ребенком все в порядке, он родился здоровый, то и мама счастлива и довольна, что от нее не требуется каких-то героических усилий для того, чтобы помочь этому ребенку войти в жизнь. Папа участвует активно в этом процессе, то есть он как бы не человек, который как бы вообще не понимает, что происходило, а он активный участник процесса дальнейшей жизни ребенка. Ну и, конечно, сам ребенок, с того, как начнется его жизнь, во многом зависит его будущее. Поэтому партнерские роды – это не просто один совместно проведенный день. Это старт очень важного этапа в жизни любой семьи, любого человека. С приводу того, наскільки можна довіряти усій команді, яка бере участь у пологах, насправді, якщо люди прийшли вже з чоловіком, наприклад, чи з доулою, так, то вони можуть не зовсім бути впевненими у всьому персоналі. Тобто, може, вони можуть десь пересвідчити, що все добре, а у якихось моментах жінка не розуміє, що з нею відбувається і чому саме таку маніпуляцію виконують. Чи можна тут задіяти якимось чином, зарадити? Чи може доула допомогти? Чи ось такий, чи цей момент вже потім не контрольований? Понимаете, как бы, да, мы ходим с женщинами в роды, но мы не отвечаем за процесс родов. И единственное, что может сделать доула в этот момент, это напомнить женщине о том, что она может сейчас задать врачу больше вопросов, потому что вот именно сейчас может начаться вот те вмешательства, которые она не хотела делать. Да, да? Может быть и так. А женщина просто в родах не всегда понимает, что сейчас это произойдет. Поэтому наша задача больше как бы обратить ее внимание на то, что вот сейчас спроси доктора. Да. Ну, знаєте, це насправді я так розумію, що відбувається, бо жінка, коли вона в цьому процесі, їй не до того, щоб ще контролювати усю групу, так, і запитувати у лікаря, що саме ви зараз робите, так? Але ж потім в неї будуть ці питання, і через деякий час вона може не зрозуміти, чому саме цю операцію зробили, а можна було б інакше, чи може вона погодилась би на щось інше. Ну, хірургічні втручання я маю на увазі. По приказам доктор должен спросить женщину, прежде чем какое-то действие с ней делать. Допустим, на ту же операцию кесарево сечение всегда берется письменное согласие. Безусловно, есть более мелкие какие-то вмешательства, которые тоже требуют как бы, этого вопроса, но только если речь не идет об опасности жизни для матери и ребенка, если их не спасают ургентно. Mm-hmm. Поэтому это очень тонкий момент, когда действительно, вот, это действительно есть момент нарушения прав женщины. Такое тоже может быть. И, к сожалению, наша система родовспоможения этим грешит. Например, даже сейчас вот, все мы очень обеспокоены тем, что есть коронавирус. Мы должны как бы, соблюдать карантин для того, чтобы защитить себя и окружающих. Но рекомендация ВОЗ была сохранить партнерские роды, потому что женщина уже была в контакте со своим мужем, со своими родственниками. Если они являются как бы, носителями этого заболевания, они уже как бы, этим поделились. Безусловно, стоит вопрос безопасности врачей. И тут, понимаете, мы всегда стоим перед выбором, за счет чего мы будем сохранять ситуацию, да, безопасность этой ситуации. К сожалению, наша медицина идет по пути за счет сохранения своего как бы, здоровья, да, за счет здоровья женщин. Потому что это известный факт, что отсутствие партнера в родах может повлиять плохо на исход родов. И вот часть правозащитных организаций, которые собирают сейчас эту информацию, они говорят, да, что у нас очень много историй женщин, которые оказались в родах сами, без партнера, и они очень, ну, в какой-то мере пострадали от этого. Чи можна себе захистити якимось чином, якщо жінка сама? Ну, справді, я знаю, що у вас бували такі випадки, і ви можете дати цінні рекомендації для усіх. Ми можемо сказати тільки одне. Боритесь за свои права, защищайте свои права, узнавайте о своих правах. Потому что если вы знаете, что вы можете делать по закону, что врач должен делать по закону, что врач может делать, вы должны знать свои и права, и обязанности. И тогда вот этот баланс будет соблюден. Потому что, понимаете, очень часто мы же тоже сталкиваемся с такой ситуацией, что люди до конца не понимают ответственность, да, того, что происходит. Они могут потом обвинять врача в каких-то
смертных грехах, которых он не виновен. Понимаете, вот меня очень сильно расстраивает, когда у нас на телевидении часто бывает так, что показывает сюжет о том, что какой-то произошел несчастный случай, там погиб ребенок, либо, не дай бог, погибла женщина, слава богу, это сейчас крайне редко происходит. Но первое, что сразу начинают говорить, почему врачи не сделали кесарево сечение, почему они там не применили какие-то действия, а врачи действительно ждали, потому что не было показаний, да, потому что любая операция, любое вмешательство – это дополнительный риск, и они не могут спасти всех. Это тоже нужно учитывать, и это очень сложно. Поэтому, конечно, идеальная как бы ситуация – это когда, вот, допустим, в некоторых европейских странах существует трехступенчатая модель здравоохранения, родовспоможения, вернее, когда есть ситуации, связанные с физиологическими родами, они могут проходить либо в родильных центрах, где работают профессиональные акушерки, где женщину в ситуации каких-то осложнений могут быстро переместить в ближайший госпиталь. Либо это для повторно родящих женщин с хорошим исходом в первых родах, с физиологическими беременностями и все последующими. Они могут вообще пригласить акушерку домой. И там очень четко прописаны правила, когда акушерка обязана переместить эту женщину в роддом еще до того, как начнутся какие-то негативные явные проявления. Поэтому там это все прописано и отработано. И третья, как бы, такая вот ступень – это для тех женщин, у которых есть серьезные сложности со здоровьем, которые должны рожать в присутствии бригады врачей, постоянного мониторинга, где есть, как бы, очень много рисков. И эти системы, они показывают более здоровый подход. У нас, к сожалению, в Украине мы имеем только госпитальные роды, да, больничные, и на наших врачей идет очень большая нагрузка. Понимаете, когда ты постоянно 10 лет обучался тому, что ты должен находить патологию, тебе бывает сложно, да, все-таки дифференцировать какие-то вещи, связанные с тем, что а вот тут можно подождать. Угу. И сами медики об этом говорят, что да, ты иногда вынужден вмешиваться просто потому, что ты там видишь эмоциональное состояние женщины, что она явно не готова там ждать, терпеть. И есть прессинг родственников, когда они тоже могут говорить, а почему она до сих пор не родила, да, и люди совершенно не понимают, что вообще-то надо подождать. Дитина обирає, так? Тут вже нема мами. Доктор, ми ж вам стільки денег заплатили, чому вона ще не родила? А доктор так, а як? Що мені з цим зробити? Поэтому это, понимаете, такой обоюдный вопрос, непростой, потому что у нас медики очень часто не защищены законом, и у нас из-за этого и пациенты не защищены. И для того, чтобы что-то делать, надо женщинам, во-первых, говорить о том, что они хотят каких-то изменений. И потому что есть медики, которые понимают необходимость этих изменений. Но система, она очень сложная. Вы же знаете, сколько раз нас пытаются реформировать. Це правда, так, пані Олю. Ну и наостанок, хочется все же, чтобы успех был в пологах. И чтобы жінка, яка прийшла народжувати, вона розуміла, що все буде добре і з нею, і з її дитиною. І чоловік буде в спокої, так, що все пройде добре, успішно. Тому от саме для цього, що потрібно і на що треба звернути увагу? Очень важно, безусловно, подготовиться к своим родам. Хотя бы узнать, что с вами будет там происходить. Очень важно сохранять спокойствие. Быть уверенной в том, что с моим телом все в порядке, с моим ребенком все в порядке. Потому что даже в самых сложных ситуациях, когда спокойна мама, ее ребенок получает меньше гормонов стресса, и, соответственно, негативные исходы будут меньше. Поэтому учиться быть спокойной, нарабатывать разные техники, то вот мы на курсах этому учим. То есть, да, разные виды релаксации, разные виды аутотренинга, понимание работы своего тела и понимание того, чем ты в родах можешь обезболить свои вот дискомфортные ощущения, уменьшить их. Это все дает очень позитивный опыт. Це все можливо, так, практика. Да. Повинна бути практика. Да. Звичайно, жінка повинна готуватися, і як тільки вона завагітніла, вона вже повинна розуміти, що це велика робота, щоб народити дитину, здорову дитину і мати емоційний спокій. Оце, мабуть, найголовніше. Я вам дуже дякую, пані Олю, що прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді, розглянули це питання партнерських пологів трошки з іншого боку, але я так сподіваюся, що жінки прислухаються, подивляться і будуть знати, що їм робити і як далі діяти для того, щоб дитині і усій родині було комфортно. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.